Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин. Стихи советского поэта сейчас как никогда актуальны для вот этих молодых людей. Всем им исполнилось 14 лет, и в России это значит, что пора получить паспорт. Воскресенский документ, удостоверяющий личность, начиная с этого года, вручают в торжественной обстановке в концертно-выставочном зале, подчеркивая тем самым важность момента. В преддверии Нового года, когда сбываются все чудеса, я хочу пожелать вам, чтобы ваша жизнь была гладкой, продвигалась строго вверх и было как можно меньше тягостных невзгод и больше счастливых моментов. Оксана свой паспорт получила не в эту церемонию, а накануне, но помнит, как торжественно и волнующе это было. Конечно, первый документ такой большой в моей жизни, очень волнительно было. Подпись долго придумывала. Паспорт – это основной документ, удостоверяющий личность. Его получение – это важный этап на пути взросления любого человека. История российского паспорта берет свое начало несколько столетий назад. Так называли заграничные паспорта – документы, выдаваемые иностранцам для нахождения и передвижения на территории России, а также выезда за ее пределы. Татьяна Колганова, Руслан Полянин, новости «Искра Вект».